Кошку привезли на усыпление, но когда ветеринар осмотрел ее, он отказался делать смертельный укол и выгнал хозяев из клиники Ольга Карева. Кошку Поле привезли в клинику, чтобы усыпить. Она была уже старой и больной, а хозяева собирались переезжать в другой город. Но врач наотрез отказался убивать животное. И тому была слишком веская причина. На Reddit появилась печальная история кошки Поле, которую чуть было не погубили собственные хозяева. Рассказал ее ветеринарный врач, который наотрез отказался усыплять животное. Он объяснил, почему принял такое решение. «Я выгнал этих чертовых хозяев из клиники и посоветовал им не заводить больше животных», — пишет разгневанный ветеринар. Когда они принесли Поле и попросили ее усыпить, доктор начал было готовить препараты. «Она уже такая старая, еле ходит. А нам надо переезжать в другой город. Но кто ее такую возьмет?» — объяснили муж с женой, и врач чуть было с ними не согласился. Когда он уже наполнил шприц лекарством, вдруг обратил внимание на неестественно большой живот Поле. Он положил туда руку, пощупал. «Срочно УЗИ!» — скомандовал он ассистентке. Обследование показало, кошка беременна. Внутри шевелятся трое котят, уже сформированных. Лапки, хвостики, ушки, все на месте. «Вон отсюда! Живодеры! Не позволю убивать беременную мать!» — закричал ветеринар. Хозяева пытались оправдать.